вечность. Она всех людей ожидает. Придет однажды день, когда мы все предстанем перед Богом. И кто-то предстанет перед Ним, как перед судьей, а кто-то предстанет перед Ним, как перед собственным спасителем. В этой святой книге написано: «Вот так Бог полюбил свет, что не дал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не загинул, и отправился в руки Твоего, умав життя вечное, с Богом Царствие Его». Я закликаю всех вас, читайте Слово Божие, молитесь, называйте Святое Имя Господа Иисуса Христа. Господи, благослови місто Запоріжжя, благослови Україну, благослови кожного із нас.